Сегодня из второго по величине украинского монастыря Почаевской лавры на западе страны отправились крестным ходом в Киев сотни представителей духовенства и тысячи паломников. Они проделают путь через Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую, Житомирскую, Киевскую области. А 27 июля в столице встретятся с участниками такого же шествия из Донецкой области, которое началось минувшее воскресенье. Все вместе с представителем Украинской православной церкви Московского патриархата проведут в Киево-Печерской лавре богослужение с молитвой о восстановлении мира на Украине. Украине.